Привет, друзья, меня зовут Александр, это канал Muzlov Play, мы с вами начинаем играть в Resident Evil 7, она только вышла. Давайте начинать. На каком уровне сложности? Обычно я все игры играю на максимальном, но нормально для обычных. Да давайте безумие, почему бы и нет? При игре на сложности безумие можно сохраняться только тогда, когда у вас есть кассета. Частота автоматических сохранений также сокращена. Ну, кстати, это как во всех первых частях, это очень хорошо, на мой взгляд. Так, безумная сложность предназначена для игроков, которые уже прошли игру. Вы уверены, что хотите продолжить? Да, хочу. Я хочу помучиться. Давайте немножко помучаемся. Я не смотрел никаких видео, ни прохождений, даже вот этот вот первый час, который был. Привет, милый. Хотела поздороваться и сказать, как я тебя люблю. Какая-то страшная. О, отличные новости, скоро я вернусь домой. Ура! Поскорее бы разделаться с этой работой и вернуться домой к любимому мужу. Скучаю по тебе. Хотя глаза красивые. Мне надо работать. Я люблю тебя, Итан. И очень по тебе скучаю. Посылаю тебе тысячи поцелуев. Пока, детка. Чего? А, это типа... Итан? Ты был прав. Я солгала тебе. Нельзя было, но... Одно скажу. Если ты это получишь... Не приезжай. Собственно говоря, мы туда поехали, видимо, да? Привет. Эй, это Итан. Эй, ты как? Вчера ночью ты просто взял и исчез. Да. Нет, со мной все хорошо. Дело в Мии. Она не погибла, она жива. Она вернулась. Они нашли ее? Как? Что произошло? Я не знаю. Не знаю как, но она вернулась. Она как-то вернулась. Может, это розыгрыш, но она просит за ней приехать. Где она? Делви, Луизиана. Но ведь 3 года прошло. Я знаю, но что если это она? Я должен выяснить, что произошло. О, интересно, какой год? Какой это год? Ну когда за рулем сидишь, нужно вперед смотреть. Максимум по боковым зеркалам. Только у него так сиденье стоит, что в боковых зеркалах ничего не видно. Машина довольно-таки старая. Наверное, что-то типа 70-80-е. Может быть, 70-е. Окей. Это здесь. Итак, я не играл вообще, не смотрел. Не играл в первый час. Час также не смотрел, что там происходило. Специально, чтобы не портить себе впечатление от полной игры. Мухи. Ну, просто потому что болото. Чтобы не портить себе впечатление. Проверьте поставленную задачу. Нет файлов. Это карта. Найдите Мию. Я понял. Туда еще куда-то проход ведет, да? Давайте открывать. Ну тут же понятно, что цепь. Давай. Так, все ясно. С первого раза до нас не доходит. Пойдем, значит, по этой тропинке посмотрим. Может, здесь можем пройти. Штативы, провода. Провода. Что за фургончик? Новостной какой-то? Или телевизионщики? Или кто-то что-то просто снимает? Аллигаторы в канализации. 17-я серия. Предлагаемый проект. Прокрадитесь в лузианский дом с привидениями. И дальше что? Присоединяйтесь. Join us. Все, больше здесь ничего не написано. Это, мне кажется, просто такие вот звуки окружения, что там кто-то подкрадывался. А, так можно закрыться на пробеле, да? Направление присесть. Обернуться на 180, тут это страшно. Вот тут реально сделано прикольно. Ладно, пойдемте внутрь.
Прими ее подарок. Прими ее дар. Какой дар? Она что, заражена, и мы должны принять ее заразу? Это будет ее дар. Так, ладно, пойдем внутрь. Пойдем смотреть, что там такое. Вау! А это кто? Что-то я не видел, чтобы он прошел вот в этой вот щели, вот в этой щелочке. Вот он прошел. Ну-ка. Чувак, ты кто? Кто-то там в кустах. Вороны просто. Что это такое? Что это такое? Ну, это ноги каких-то животных, типа. Коров, наверное. Вау! Коров или овец, или баранов, или чего-то типа того. Ужас какой. Какой же ужас. Ладно, пойдем внутрь. Не знаю, давненько не выпускали страшных игр, ну или во всяком случае... Не знаю, интересных хорроров, хотя бы в которые было бы интересно играть, давненько не было. Со времен... Здесь мертвых птиц огромная. Со времен Outlast'а не помню. Так... Окей, сумка ее. Или не ее. Водительское удостоверение. Чье? Техас. Ее. Это ее водительское удостоверение. Это ее. Достижение. Ага. Так, секундочку. Сообщение от Мии. Распечатка электронного сообщения от вашей жены Мии, которая пропала без вести 3 года назад. Водительское удостоверение Мии. Можно посмотреть. Ага, понял. Можно рассмотреть его со всех сторон, да? А что там за сообщение? Давай почитаем. Как будто бы дело такое, да? Так, от Мии. Кому? Уитон Уинтерс. Далви, штат Луизиана. Ферма Бейкеров. Приходи за мной. Хотя она присылала видео, что не приходить за ней. А может быть, она так и не отослала его. Потому что это же она сидела с ноутбуком, мне кажется, а не он. Не знаю, сложно сказать. Качели. Покачаться нельзя. Вау, они раскачиваются. Класс. Физика работает. Так. Здесь ничего нету, проход туда. Это взять нельзя никак? Что такое? Нет, нельзя взять. Эй, а здесь темно. Замечательно. Откуда у тебя фонарик? И почему дверь закрылась сама? Открыть. Открыть я ее не могу, да? Великолепно. Великолепно. Да не говори. Свет как-нибудь зажигается. Выключатель, выключатель, выключатель. Нет, ладно. Хорошо сделано. Открывать дверь не полностью. Это довольно-таки мрачненько, так страшновато. Да тихо ты, господи. Здесь опять все замотано на цепь. Окей. Вода капает, сокрой. Ржавчина, не вода, всякая грязь и течет из болота. Так. Где-нибудь что-нибудь в шкафчиках? Может быть? Нет, я думаю, что если мы приближаемся, да, здесь будут подсказки, значки. Классно, жареная птица, вкусняшка. Тихо, аккуратно. Вау! Гниль какая жесткая. Фу, там вонище, наверное, дико. Закройся нахрен. Что это у нас? Более 20 человек пропали без вести 2 года назад. Больше ничего интересного. Хм. Здесь что-то. Что это такое? Какая-то обожженная фотография. А, в дверях силуэт, вижу. В дверях силуэт. Весело. Ничего не скажешь, весело. Вроде здесь все. Погнали дальше. Тихо, 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 тихо. В общем, все придется осматривать. Здесь ничего нету. Фотография женщины какая-то.
Действительно, наверное, 70-е, что-то типа того. Потому что эта фотография вообще начало века, мне кажется. Господи, почему так двери открываются жестко? Так, телек работает. Работает, работает телек. Это Мия. Как странно, да? Тихо ты. Это ветер. Не хватает предохранителя. Играть я на тебе не собираюсь. Я еще не совсем чокнутый. Клетка. Ну это кто? Похоже, это владелец. Спасибо за подсказку. Тихо. Тихо. Видеокассеты нету, я понял. Ладно, пойдем дальше. Сюда мы еще вернемся. Выглядывать. Ручка сломана. Она не просто сломана, она согнута. Обалдеть. Сюда мы не можем попасть. Ну, кстати, вот это вот здесь где-то может быть проход. Точно. Здесь проход в подвал. Просто в американских домах здесь всегда проходы в подвал, и он заколочен. То есть, я так понимаю, нам предстоит найти что-нибудь, чтобы можно было оторвать доски и спуститься вниз. Что? Почему у него мешок на голове? Почему-то мешок на голове. Тихо, здесь ничего нету. Stairs, лестница, наверное, на чердак. Спокойно, давайте здесь все осмотрим. Ага, кассеты, окей. Магнитофонная кассета, видеозапись заброшенного дома. Так, сейчас мы с вами, наверное, сохранимся на всякий пожарный, да, быренько? Так, берем кассетку. Чего такое? Но здесь можно, да, играть и с геймпада, конечно, но я решил все-таки с мышки и клавиатуры. Сохраняйте данные, не выключайте компьютер. Все, отлично, сохранение данных. Мы сохранились, пойдемте вниз посмотрим видик. Пойдемте посмотрим, что там на кассете. Наверное, первый выпуск сделаем подлиннее, минут под 40-45, а остальные покороче, потому что вначале нас просто как бы вводят в игру, да? Так, кассета. На бирке этой кассеты записана видеозапись заброшенного дома Далви 1 июня. Окей. Окей, смотрим. Клэнси Дживис, Abandon House, покинутый дом. Репетиция. Rehearsal. Репетиция. Ой-ой-ой. Где ты откопал этого парня? Отвали, Пит. Эй, я работаю только с профи. И, кстати, позаботьтесь, чтобы в этот раз со звуком все было в порядке, а то будет как тогда вам орило. Может, хватит? Два гребаных года уже прошло. Вот еще. Новичок, что-то мне не нравится. Ты опять за свою? Просто не удивляйся, если придется искать замену. Новый план. Сначала осмотрим дом изнутри, а потом уже снимем вступление. Ага, как всегда. Кстати, не забудь упоминать название шоу, ладно? Без проблем. Сегодня в ужасах канализации вас ждет очередная сраная развалюха. Доволен? Пляшу от счастья. Давайте пытаться такой ракурс поймать, драматичный. Как-то картинка плывет, камера слабенькая. Ну что, мотор? Ладно, поехали. Отойди. Заперто. Ну, теперь. Теперь нет. После вас. Так зачем мы в этот раз сунулись в ад? Ты что, совсем не подготовился? А зачем? Хреновый дом, жуткие звуки. О, тут призраки. Твою мать. Я, между прочим, был телеведущим. Помощником ты был, а не ведущим. Чего-чего? Ничего. Просвети меня, Андре. Заброшенная ферма, пропавшая семья, возможно, убийство. Все как всегда. И сколько лет, по твоим словам, здесь уже никто не живет? 3 года.
Кленси, сними-ка вот это. Отличная перебивка получится. Итак, семейка деревенщин пропала. Не деревенщин, Бейкер и Джейми и Маргарита Бейкер. Фу. Они были тихими, но не отсталыми. Хотя бы к сыну Лукасе болтали много всякого. А, черт. И зачем я только надел свои лучшие ботинки? А, черт. Хорошо, что у меня прививки сделаны. А что там? Хотя, это же отличный фон. Андре, что ты думаешь? А что это такое? Андре? А где он? Андре? Андре, в бою замечены призраки. Клэнси, ты видел, куда пошел Андре? Сюда? Он пошел сюда. Где он? Невероятно, блин! Последний раз с ним работаю. Продюсеры, знаешь ли, приходят и уходят, но хорошие операторы, такие как ты, Кленси. Не отходи далеко. Что такое, страшненько тебе? Страшненько тебе? Черт, мне самому страшно. Ой. Что за хрень? Ты слышал? Ну, давай смотреть, что внутри. Андре? Где он, черт побери? Сзади никого. Андре, мужик, ты где? Может, стоит дверь за собой закрыть? Давайте снимем его так со стороны, чтобы драматично было. Что там? Камин? В чем дело? Какого черта? Что? А что ж, какая-то долбанная шутка? Ладно, новый план. Найдем Андрея и свалим отсюда. К черту это гребаное шоу. Прикольно, они мне показали, где проход. Давай, проползай. Я добавляю драматичности. Прикольно. Ну что, ты первый герой? Нет, ты. Хочу, чтобы ты заснял, как я геройски спускаюсь по лестнице. Поэтому... ты первый. Нет, ты первый. Ты... полезли вниз. А где у тебя камера? На башке, что ли? Ну, может быть, действительно. Какой год? Какой-то год. Видишь чего-нибудь? Что там внизу? Да ничего интересного. Спускайся давай. Давай спускайся. Все нормально. Ой. Андре? Нормальненько. Тихо, кто-то идет. А этот наверху, он чего, остался в живых? Потому что он не спустился же, да? Походу, он в живых остался. Jesus. Черт. Боже. И не говори, чувак, и не говори. Пианино я трогать не хочу пока что, потому что все равно я играть, скорее всего, не умею. Так. Как прикольно. Тихо. Это та дверь справа, да? Обалдеть. Фига себе, у них приколы здесь. Окей. Так. Закрыть стоит, не стоит? Ну ладно, бог с ним. Привет, тараканы. Где эти уроды два? Интересно, сколько времени с тех пор прошло? У этого тоже камера. На голове, блин. Тихо. Вот черт. Так, этот чувак пришел оттуда. Даже следы крови на месте, да? Он идет.
это я поворачиваюсь, это мои шаги. Это мои шаги, здесь есть шаги, когда поворачиваешь камеру. Фух, у него же на голове камера, соответственно, он как бы не головой поворачивает, аж... Фух, на месте топчется, я понял. Лампочка горит, это хорошо. Фух, этот всплеск воды меня немножко испугал. Так. Здесь что, уже вплавь прям? Ю. Что за фигня? Теперь понятно, почему на нем эти брюки были. Понятно, почему на нем эти брюки были. Болотные такие, резиновые. Что мы здесь вообще забыли, чувак? Мне кажется, там... Что... А, нет, это просто деревяшки. Похоже было на ноги. Обалдеть. Что мы здесь забыли? О, черт! Черт тебя дери, урод, а! Это Андре. Зараза, ты всех пугать будешь, что ли, а? Фух, извините за это. Так, что мы здесь имеем? Какие-то пропавшие. Какие-то пропавшие. Фух. Такой звук был, как будто бы дверь открылась, да? Так. Секунду. Решетка. Мы эту решетку видели где-то на фотографии. Мы где-то на фотографии, кажется, видели. Чего за нафиг? Труба, да, дрожала? Папа, мама, дети. И какие-то надписи. I'm sorry, daddy, I will not. Там что-то неразборчиво, постойте. Здесь везде одно и то же. I'm sorry, daddy, I will not be bad anymore. Извини, папочка, я больше не буду плохим. Извини, папочка, я больше не буду плохим. Здесь везде все по кругу и в центре там... Просто уже психанул и разрисовал шприцы. Что-что-что, о чем это? На фотографии была вот эта вот решетка. И девушка из нее выходила, да? Там человек лежит. Я тебя понял. Ой, ладно, давай Мия? Посмотрим. Мия? Нет, это один из них, скорее всего. Нам нужен инструмент. Инструмент вот там лежит. И записка какая-то. Что? Это такое. Мия. Наверху, самое первое. Мне кажется, это Мия написано. Turned dead. Turned dead. Turned dead. Напротив Мии нету ничего. Turned dead. Это типа превратилась, обратилась и либо умер. Обратился, либо умер. Видимо, они заражали и... А, ну, а напротив... Здесь есть перевод. Напротив Мии нету надписи. Соответственно, с Мии еще ничего не понятно. Болтарез, окей, спасибо. То есть они их всех похищали и превращали. Очередная зараза. Resident Evil. Ну что, давай пытаться открыть. Давай вот этим. Болтарез. Болтарез. Открываем, есть. Мы теперь везде сможем цепи снять, я так понимаю. Черт, кто это? Почему у меня такое ощущение, что уже поздно? Все стены в матрасах, да, сделаны как в психушке с этой самой мягкой комнаты. Что-то у меня плохое предчувствие, Мия. Слава богу, я нашел тебя. Это я, это Итан. Итан? Итан! Ты в порядке? Зря ты сюда пришел. Что ты хочешь сказать? Ты же меня позвала? Нет, нет, я бы не стала. Что, правда? Или позвала? Кто-нибудь тебя заметил? Он тебя заметил? Он? Кто еще здесь? Что здесь происходит? Папочка сюда идет, надо уходить. Папочка, надо уходить быстро. Окей. Папочка. Ну что, куда ты меня ведешь? Безопасное место. Так ты скажешь мне, что здесь происходит? Ты пропала без вести 3 года назад. 3 года? Что, правда, 3 года прошло? Да. Ну так она не такая страшная, кстати. Видимо, не очень фотогеничная. Папочка там где-то, да? Чего там? Тихо ты. Смотри, куда наступаешь. Хотя там ничего не было под ногой у нее. Тихо. Что это за место?
Что они с тобой сделали? Не сейчас. Сначала надо отсюда выбраться. Сюда, по-моему. Ну а я откуда знаю? Веди давай. Фига, что это такое? Цепи. Ты что, сама не видел, ни разу не видел этого места? Что это за дрянь? А, это мешки, набитые плотью, да? Мия, нам надо поговорить. Когда увидел это сообщение, не я, это не я. Как это ты? Это не я. Ладно, но что все-таки происходит? Я ничего от тебя не скрываю. Точнее, а теперь нам сюда. Она сказала, я тебе сказала все, что я знаю. Она сама ни черта не знает, я все понял. Мия, ты точно знаешь, куда идешь? Они здесь приносили мне еду. Я вспомнила. Тихо. Фэмили, семья. Ну давай протискиваться, господи. Давай. 6. Вот. Пришли. Открывай. Мы на месте. Да я что-то как-то сомневаюсь, честно говоря. Так. Я помню эту комнату. Здесь есть другая дверь. Я точно знаю. Ищи тогда. Ее здесь больше нет. Нет, она исчезла. Мы станем одной семьей. Раз уж ты пришел. Что? Здесь есть другая дверь. Я точно знаю. Давайте пока закроем эту дверку. Она же можно ее закрыть? Нет, нельзя. Что с тобой, Мия? Что творится? Мия. Мия. Надо отсюда выбраться. Побудь пока здесь, ладно? Я пойду осмотрюсь. Господи. Так, ладно, давайте осматриваться. Е-001. Бабушка в кресле какая-то, да? Может быть, даже пациент какой-то первый. Может быть, первый пациент или первый подопытный. Здесь ничего нету. Кукла. Кукла Мии? Или кого? Непонятно. Еще одна кукла. Здесь тоже вроде ничего на ней нету. Чего? Оставь меня в покое? За что? Мия? Да, реально, здесь была еще одна дверь. Давайте продолжать осматриваться. Может быть, мы что-то здесь пропустили, нет? Нет, ничего не пропустили. Не, мне просто туда как-то не шибко хочется идти. Жесть. Кто бы сомневался, что здесь еще одна дверь. И выход наверх, скорее всего, в дом, в ту дверь, которую мы не могли открыть. Но теперь она открылась сама, да? Нет, мы здесь не были. Мне это все напоминает Silent Hill, который вот новый должен был выйти. И там к нему тизер делали, игрушку. Там тоже такая фигня была, такой дом такого типа. Телефон работает. Звони 911. Нет? Ну ладно. Не хочешь, не звони. Здесь что-нибудь может быть? Карта гостевого домика. Это хорошо, окей. Теперь у нас с вами есть карта. И что, гостевой домик очень большой? Куда ее забрали, блин? Здесь ни черта нету. Аптека. Классно. Уже аптечка. Еще бы оружие раздобыть. Было бы вообще замечательно. Еще одна аптечка. Черт. Че за фигня? Тихо ты. Откуда это? Наверху тоже ничего. Черт. Тихо ты. Пойдем вниз. Тихо.
Зараза. Это Мия. Ого! Привет. Жесть. Черт. Ты же предлагала мне стать частью семьи. Зачем же ты меня убиваешь? Ты пытаешься. О-хо-хо-хо! Черт, Мия! Твою ж медь! Мия, погоди, Мия! Погоди! Мия, нет! Ну же! Черт! Что с тобой? Что? Черт! Что с ней? Я ее слышу. Чувствую, как она снова пробирается в меня. Убирайся. Оставь меня в покое. Я поступила плохо. Так мне и надо. Что за фигня? Мия, кто ты? Черт возьми. Кадрил использовать аптечку. Нормально так полечился. Где нож? Здесь же был нож где-то. Тихо! Ты что творишь? Тихо! Оставь меня! Да что ж ты делаешь-то, а? Иди! Окей. Оооо! У меня есть топор, отлично. Тихо. Итан, я погибла. Мне не уйти отсюда. Ах ты, черт, тебя дери. Черт. То есть, на нафиг. Да, на нафиг, нет. Черт, тебя. На. Ой-ой. Там сонная артерия и привет. Обалдеть. Позитивненько. Прими аптечку. Это была последняя. И телефончик зазвонил. А, великолепно. Извини, Мия. Кровь такая блестящая. Что вам от меня надо? Это ванна, да? Да. Давайте поговорим, узнаем, что им от меня надо. Ты хозяева дома? Ох, не надо было тебе сюда приходить. Кто это? И что, блин, происходит? Меня зовут Зоя. По идее, ты можешь пройти через чердак. Чердак? Иди туда. Немедли. Зоя? Замечательно, у нас открылась какая-то дверь. Вот это, да? Я понял. С той стороны ручка была выломана. Как она открылась? Давайте здесь осмотримся. Тело-то исчезло. Мия? Я думаю, что мы ее навряд ли убили-то. Как минимум в голову нужно было бить. Здесь еще что-нибудь может быть интересное. Здесь ни черта нету. У нас есть с вами топор. Разрушаемости нету у лампы, я понял. А у этого чего-нибудь есть разруш... О, ну даже немножко... Даже какие-то осколки полетели. Фух, обалдеть. Ладно, нам с вами нужно на чердак. Пойдемте дойдем до точки сохранения. Она как раз была на втором этаже. На столе что это? Просто нет, кружка. У нас аптечек нету с вами. Это беда. Кстати, я не знаю, вот это можно вот будет выломать как-то, но скорее всего да, потому что это дверь. Это по-любому дверь. Пойдемте на чердак, для начала сохранимся. А потом попытаемся, наверное, отсюда выбираться, но уже будем делать это, наверное, да, в следующем выпуске. А на этом этот выпуск давайте завершать. Огромное спасибо за внимание. Надеюсь, что он вам понравился. У меня осталась всего одна кассета. Прикольно, я понял.
Зря я первую использовал, но ничего страшного, найдем новые. А на этом этот выпуск давайте завершать. Я надеюсь, что он вам понравился. Если так, пожалуйста, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски по этой игре, а также другим играм. Удачи, друзья, пока. Надеюсь, увижу вас в следующем выпуске. Вот он, подъемный чердак. Это лестница, опускающаяся, я понял.